И о предстоящем большом празднике Курбан-Найт. Он празднуется через 70 дней после окончания священного месяца Рамадан. В этом году Курбан-Найт начнется 31 июля и продлится 1-2 августа. Пандемия внесла свои коррективы в празднование священного Курбан-Найта. Для предотвращения угрозы дальнейшего распространения коронавируса все мечети на период карантина временно закрыты. Верховный муфтий страны Наурызбай Кажы Таганулла объявил о том, что 31 июля в мечетях не будут читать айт-намаз. Жертвоприношение будет проводиться в онлайн-формате. Специально для этого запущен сайт kurban2020.kz, сообщил на брифинге главный имам области Булатбек Абуов. Внесен ряд изменений в церемонию жертвоприношения. Обряд будет проводиться не в мечетях, а в специально установленных местными акиматами и санитарными врачами местах. К проведению обряда не допускается ни приносящие жертву, ни получатели мяса жертвенных животных. Весь обряд проводится онлайн. На сайте проводится прием онлайн-заявок на жертвоприношение. Здесь также размещена вся необходимая информация по данному ритуалу, в том числе представлена живность для заклания, цены. К примеру, средняя цена на ягнят и коз – 40 тысяч тенге. Бараны стоят 55 тысяч тенге. Крупный рогатый скот – 350 тысяч тенге. Верблюды – 600 тысяч тенге. Каждый желающий сможет, не выходя из дома, выбрать и заказать для убоя то или иное животное, произвести оплату, а также получить фото или видеоотчет. В области ни в одной мечети не будет проводиться по ежегодной традиции обряд жертвоприношения. Для этого не предусмотрены места для предотвращения массового скопления людей. Мы должны в нынешних условиях соблюдать карантин, санитарные требования. В основном у нас в регионе люди живут в частных домах. Призываем их провести обряд дома. Барана, козу в жертву приносят от одного лица. Крупный скот, верблюда, корову могут объединиться и принести в жертву 7 человек. Если позволяет возможность, человек один может принести в жертву корову или верблюда. Кристина Алмаскуза, Аскар Тажиев, Турихан Кужахметов, телеканал Кызылорда.